Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем в хроники хаоса. Да. Хотел сказать хроники Нарнии, но нет. Мы играем в хроники хаоса. Городские ворота. А вот и главная дорога в город, горький запах дыма и гари не предвещает ничего хорошего. Осмелитесь ли вы войти? Что ж, конечно, осмелимся. Пойдем. Так, у нас вот такие есть ребятушки, друзья. Какой-то лучник, демон. А, убили, все, глазки стали красненькими. Это был козлик. А вот тоже козлики пришли. Три козлика, сейчас мы их убьем. Так, у нас есть все способности, уберу. Это легкая жизнь, она превращается в книжку. Это, в принципе, я знаю. Вот этих монстров мы сейчас победим суперсилой. Стальные небеса. И, ну, все, в принципе, мы их победили, ребята. Так, что ж, продолжить. Награду получили. Дальше, куда мы идем? Ага. Город в огне. Сполохи пламени пляшут по крышам, отвлекают главные опасности там, в конце улицы. Будьте настороже. Так, что мы тут видим? Так, вот ребятки еще у нас подошли. Сейчас мы быстро, быстренько убьем. Есть один. И вот это, она, в принципе, вот это легко убивается. Все, спряталась в книжку, и ее нет. Дальше. Ух ты, нифига, смотри. Офигеть, что это такое? Так, давайте. Вот, ну, в принципе, все, уничтожили мы эту адскую машину. Дальше смотрим. Да, этих ребят я знаю, только, видишь, добавили еще. Убьем. Все, и осталось. Все, отлично, победа. Победа. Что ж, продолжить. Так, где мы сейчас? Ага. Раскаленная мостовая. Жуткие демоны жаждут мести, их шаги раздаются по гулкой брусчатке, а жутким эхом отражаясь от каменных стен. Начать. Вот, ребятушки наши идут. Так, ну это, в принципе, не страшные войны, мы сейчас их убьем. Ага, в принципе. Так, все, один готов, и второй сейчас. Мы второго сейчас убьем. Все хорошо. Идем дальше. А дальше у нас здесь... О, эти опять ребята. Так, о, давай это стальные небеса используем. Все, убили. Так, вот этого надо сразу убить быстренько. Так, у этого героя мало жизни, смотри. Здесь надо будет его будет подлечить. Сейчас мы его подлечим. Так, сразу сделаем. Подлечим. И давай, наши стрелы выпускай. О, здоровье, смотри, совсем. Убили нашего героя, ребята, случилось. Что случилось? Героя убили. Давай, сейчас подлечимся. И убьем тебя. Все хорошо. А, давай вернемся в город. Посмотрим, что в городе. Так, сундук есть. Открыть. Что у нас в сундуке? А, ты получаешь нового героя, Фобос. Круто. Используйте эликсир опыта, чтобы повысить уровень героев. Хорошо. Так, Фобоса мы повысили. Так, а чё? А, сколько? А, наличие две штуки. Так, ладно, хватит ему 9 уровень. Давай от этого повысим, а то он у меня умирает быстро. А, ну что ж, в компанию идем дальше. Где мы тут дрались? Вот здесь? А, вот, смотри, мы здесь не получили 3 звезды. Давай получим. Вот у нас новый герой, Фобос. Что он будет делать? Сейчас посмотрим. А ну-ка, Фобос, покажи. Какие у тебя... Он просто скидает и стреляет. Ну, в принципе, вынесли мы быстро. Сейчас посмотрим дальше, что здесь будем делать. А, вот у нас ребята идут. Мы их знаем. Что Фобос делает? Паралич. А, он параличил. Это, в принципе, неплохо. Хорошо. Вот. Так, ну у нас этот получается все равно герой. Доходяшка небольшой. А, вот этих мы, вот эти вот сильные прям. Смотри, давай, стрелы. Остальные небеса. Подлечимся сразу. Ох, нифига! Че он, съел его? Нет, он живой, живой еще. Офигеть, смотри. А нет, все, убили. Ху, молодцы мы. Мы молодцы. Так, все, здесь 3 звезды. А вот здесь, там в начале дымная развилка. Давай здесь это пройдем. То, что здесь нету 3 звезд.
сделаем 3 звезды, пройдем, выиграем. Так вот он, значит, козлик, мы сейчас его убьем быстренько. Есть, готов, идем дальше. Надо нам вот этого главного героя прокачивать с мечом. Он очень мощный. Фобос, Фобос тоже молодец, удары выносит. Такой вот у нас Фобос. Следующие геройчики. Так, ну это сложно будет. Ну и мы как раз заработаем резинки. Нормально. Ну, давайте выйдем. Ох, нифига, он увеличится, смотри. Увеличится, но быстро сдулся. Так, получается, везде у нас 3 звезды, да? Хорошо. Отправляемся дальше. Угу. А, дом старейшины. Рекой лилась речь и наполнялись кружки в доме Гордона, пока нечисть не сожгла его. Пришла пора расквитаться за старика. Ну что ж, начать. Идем в бой. Вот у нас монстры. Сейчас мы их быстро уничтожим, этих монстров. Так, сверхспособности пока не открылись. Идем дальше. Кто же здесь будет? О, наши друзья. Это наши друзья старенькие. Сейчас посмотрим. О, давай. Есть, готово. Хорошо. И следующих мы будем... следующих мы сделаем каменные небеса. Ах ты гад, смотри. Нашего героя, смотри, сколько жизни мало. Почему он такой слабый? Может, потому что он берет на себя полностью... полностью на себя берет атаку. Ай, погиб, ё-моё, не получим. Мы не получим 3 звезды, наверное. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Давай, стрелы. Все, остался малыш. Отлично. Да, получили 2 звезды всего лишь. Надо будет переиграть эту игру. Ничего страшного. Так, ну что ж, отправляемся в следующий бой. Где у нас здесь получается? О, новая карта. Но мы пока до карты этой новой не дошли же, да? Мне нужно вот отчину архидемона завоевать. Жар огня и ненависти наполняет город. Новый хозяин установил свои законы. Не ждите пощады, путники, коль забрели сюда. Так, ну что ж, попробуем. Так, смотрим. Мы догнали его, будьте осторожны, говорит наш главный герой. А враги говорят, что мы проиграем. Ну посмотрим, посмотрим, кто кого. Так, выносим первых. Первых выносим быстренько. Давай, давай. Оп, есть, готово. Вторые, сейчас посмотрим, какой степени силы вторые у нас воины. Я отомщу за стражей, говорит герой наш. О, давай, стальные небеса сразу. Хорошо. Уничтожили мы немножко. Так, что у нас здесь? Силу будем использовать? Да нет, пока. Мы сейчас на следующих используем силу этого чувака. О! Ё-моё, подожди, главарь. Так, а вам не одолеть меня? Вы нашли свою погибель, говорит этот архидемон. Но мы попробуем его уничтожить. Это мощный ливень. Ох, нифига, какой достаточно мощный. Сейчас попробуем, попробуем, подожди. Куда он делся? А, все что ли? Вот такой вот воин. Ну, я бы не сказал, что он там сильный был. Ага, очки опыта. Давай этого прокачивать. Галахада. Галахада, да? Вот. Так, а ну покупай зелье. А, у тебя закончились зелья. Все, ладно, в компанию идем дальше. Так, а что это такое? Ну еще, кыш. Так, тут надеть все, повысить ранг. А надеть на героя, чтобы повысить ранг? Ну, повышаю его. Надень на героя все необходимые предметы, чтобы повысить его ранг. А, нужно еще что-то ему одеть? Ладно. Хорошо. Выключаем. Так, задание. А, пройди миссию «Дымная развилка». Так, все, завершить. Забираем деньги. Ты собрал достаточно осколков. Призови нового героя. Да, Астарот. Призвать. 30 тысяч рублей. Астарот. Ты получаешь нового героя. Так, можно повысить ранг? А что здесь можно создать? Создать пояс. Вот, все, создали. Повысить ранг. А, нужно надеть все одежды. Все, ладно. До свидания. А, выполняй задание, повышай уровень команды и получай бесплатную энергию. Хорошо. Еженедельные и ежедневные задания. Все, это завершение.
Так, новый уровень команды 7. Хорошо. Пройди стратегических миссий. Так, пришли. Так, новый уровень 9. И новый уровень 10. Хорошо. Все, спасибо. А теперь тебе доступна арена. Здесь стражи оттачивают свое мастерство перед битвой со злом. Арена, давайте посходим, посмотрим, что это такое у нас тут. Так, напасть. Напасть на этих ребятушек. Так, вот, ребятушки, сейчас мы на вас нападем. Ух ты, нифига, какие интересные. А ну, что у нас за новый герой? Мощный, нет? Ага. Так, давай набираем ману. О! Смотри, у него защиту включает. Прикольно. Куда он исчез? А, он умер. Прикинь. Нифига себе. Ладненько. Сейчас попробуем. Ой, какие они сильные. Смотри. На авторежиме, слушай, даже. Ну ладно. Победа. Твое место в рейтинге. Нифига себе. Так, дальше давай. Давай на вот этого нападем. Бой доступен через 1 секунд. Хорошо. На вот этого. На Виктора. Вот мы можем выбирать. Через 5 секунд, хорошо. А на Олега. Вот на Олега мы можем попасть сразу. У него, смотри, одинаковые, как у нас, смотри, первые практически. Нифига себе. Сейчас попробуем. Посмотрим, кто кого. Вот, видишь, он чистый. Ой, убили. Убили нашего. Ох, нифига. Он мощный. Слушай, а где мы сливали страус? Мне кажется, сливом. Поражение. Ладно. Так, хорошо. На этого. 20 секунд. Хорошо, понятно. Значит, знаешь, что мне нужно? Идем в компанию. Вернемся назад. И вот здесь попробуем забрать 3 звезды. Заработать. Сейчас посмотрим. У нас. Я не помню, когда я был с героем. Мне кажется. Это типа если этого героичка новенького убьем, мы проиграли. Мы не получим 3 звезды. Интересно, сейчас посмотрим. Эти-то его вытянут, слушай. Так, пламенный покров. Вот он, у него защита есть. Хорошо. Защита это хорошо. Хоть она и не сильно мощная, конечно, она будет герой прокачивать. Так, идем дальше. Все, снимается защита. На каждом уровне нужно заново включать. Так, давай сразу. Остальные небеса. Паралич. Паралич устроим. Так, одного убили нашего. Так, а ты что-то долго делаешь ППшку? Тебя вот убивали. Давай, стреляй своими небесами. Так, все равно нам дали 2 звезды. Что ж, вернуться в город. Посмотрим, что здесь. Ладно, идем на компанию, на новую попробуем. Вот здесь... Вильхайм. Мало кто теперь узнает старый добрый Вильхайм. Предательница ее прихвостней лишили родные края света и тепла. Начать войну. Сейчас посмотрим. Ох, нифига себе, это же ребята. Сейчас мы их победим. Мощные, конечно. Так, есть одна готова. Вот, и вторая готова. Отлично, сейчас третья убьем. Так, пока я сердце не будем использовать, подождем. Дальше. Сейчас используем. Вот, на вот этих, смотри, еще какая-то. Четвертая появилась. Какая-то мода. Волшебница. Смотри, они главное на моего вот этого героя. Хотят уничтожить. Так, быстренько защитить. Не успела ты сдать. Давай сейчас этого убьем. Давай. Все готово. Следующий. Так, получается, если хоть один у нас наш герой умрет, то мы получаем, да? 3 звезды. Вот это прям мощный такой динозаврик, смотри. Да, нифига он. Он его сожрал. Куда он делся? Вот он появился заново. Я уже переживать стал. Он так легко их может съедать. Так, вот это вот нашего героя нового, он погиб. Это тоже, смотри, погиб. Ё-моё. Так, они сильные. Очень сильные какие-то злодеи. Офигеть, смотри. Он сейчас нас вынести.
О, давай быстренько подлечимся. Хорошо. Паралич. Вот, отлично. Нифига у меня здоровье там сколько, офигеть. У него дофига здоровье. Так, давай, смотри. А, какое-то, смотри, волшебство, что они ничего не видят. Это плохо. Давай подлечимся сразу. Хорошо. Что у нас здесь происходит? Нифига они нас сейчас вынесут. Смотри. Да. Они мощные. Так, быстренько подлечимся. Давайте. Мимо! Да ну нафиг! Подожди. У нас какие-то эти чары. Чары заколдовали нас. Так, все, одна у нас умерла. Да. Авто. А, ну давай на арку попробуем. Нет, ну это не будет. Смотри, они хилятся пока. Офигеть, нас уничтожили. Ладно. Ребята, что ж такое-то, а? Подарки, что за подарки? А, пригласите кого-то играть не надо. Так, дальше. Герои. А, Тея, давай что-нибудь добавим. А, в смысле? Можно было добавить и давай этому чуваку. Так, повысить ранг. Нет у нас ничего здесь. И здесь тоже ничего интересного нет. А, у этого чувака тоже все, ничего такого нет. Так, ладно, вернемся на компанию и посмотрим. Давай, знаешь где? Вот здесь попробуем еще подвоевать. Может быть, мы получим 3 звезды. Хотя навряд ли, потому что, в принципе, мы не сильно и улучшили наших героев. Но потихонечку они будут развиваться у нас и, естественно, будут улучшаться полностью. Ну что, ребята, давайте здесь вынесем быстренько. Вот, пламенный покров сразу использую, но он не особо сильный, пламенный покров, он все равно его защищает. Давай этого быстренько убьем, все отлично. И каменные небеса сделаем. Вот, все, каменные небеса, стальные, то есть, да, стальные, Что у нас? О, давай быстренько паралич. Так, давай быстренько захилимся. А, убили нашего чувака. Ну, в принципе, здесь играть не. Звезды, к сожалению, уже не получили. Да, только 2. Чуть-чуть не хватило нашему чуваку. Так, что за бонус? Так, забираем бонус. А-а-а. Так, нам нужно придумать, значит, такую головоломку. Ну, давай придумаем. Так, водичка. Лава. А, надо было еще раз давай сделаем. Вот так. А, нет, не успели мы. Давай еще раз. Ну а как? Вот так? А, нет. Еще раз. Так, быстренько. А, он не дает, гад. Смотри. Берем вот это, берем. А, это не открывается. Это открывается только в конце. Еще раз. Да, я подумаю. А, вот куб есть, смотри. Вот так, отлично. Вот. Отлично. Понятно все. Вам, в принципе, не сложно было решить эту головоломку. Хорошо. Так, идем сразу в город. Сделаем героем. Что тут улучшить можем? Нет. Так, это что такое у нас? А, вот, смотри. Стальные небеса увеличили. Хорошо. Дальше. Создать мы можем. Что-то все создали, надели. Повысили ранг. Хорошо. Надеть все. Повысить ранг. Хорошо. Следующий. Так, а вот это что такое у нас? А, вот урон можно сделать. Так, тут можно что-то покрутить. Так, у нас ничего нету. Дальше смотрим, что. Повысить ранг. Надень на героя все необходимые предметы. А, вот этого не хватает. Молота, да? Создать. А, сначала собери, понял. Дальше. У этого чё, чувака есть. А, паралич мы можем увеличить. Так, все. Дальше, следующее. Исцеляющий луч. Так, у нас не хватает очков, да, создания. Повысить ранг, нужно все одежды одеть. Дальше. Тут тоже ничего интересного нет, не хватает очков умений. И у этого чувака тоже абсолютно ничего нет. Вот этого бы прокачать. Уровень. А, вот мы можем прокачивать, смотри.
Асторга. Давай его прокачаем. Все. Прокачали. Дальше мы идем. Давай в компанию и попробуем заработать вот эти три звезды. Не знаю. Попробуем. Не знаю, получится ли нет. В принципе, мы героев прокачали, как бы. Все равно должны быть помощнее. Ну, сейчас посмотрим. Опа. Вот, молодец. Смотри, он сильный стал. Прям вижу, вижу. Он прям стал нормальным. Нормальным таким. Сильнее. Так, здесь что у нас? Вот, смотри, там нормально выносит здоровье, смотри. Так, делаем сразу покров, защиту. Все, уничтожим. Хорошо, пойдем следующим выносить. Сейчас остальные небеса сделаем. Так, секунду. А, вот, давай быстрее. И что, давайте авто включить. Вот, остальные небеса. Да, замечательно, мы сделали три звезды. Отлично, отлично, идем в город. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот игрушка неплохая. Пишите в комментарии, нравится ли вам в нее играть и снимать ли мне дальше прохождение этой игры. Всем большое спасибо за внимание, всем до новых встреч, пока-пока.